Ай, медвежонок. Рокки, Рокки, ко мне. Привет, ребят. Пропал Григорий. Уже двое суток не наблюдаем его. Надеюсь, попал в хорошие руки. А не куда-то просто заблудился. Потому что он, в принципе, никуда от нас не отбегал 3 дня. Так, где наш малыш? Рокки. Майки, а ты по сугробам бегать, а? Погодка просто песня. Да, кайф, кайф. Ай, хорошо, как можно нырять, прям нырять. Посмотрите, энерджайзер. Погнал, парень, заносит. Дрифтуем. Красавец, погнал. Ай, аж кувырком. Так, давай. Ваф. Майки, давай, догоняй. Это кто тут рычит? Или тормозим просто? Это ты так на заносах, да? Ребят, хочу вам порекомендовать интересный канал. Молодой канал с уникальным контентом, авторскими видеостихами и веб-рассказами. Видеостихи снимаются профессиональным оператором, представляют собой мини-фильмы и клипы. Коротко, ёмко, интересно, эмоционально, берет за душу. Пересматриваю видео «Вокзал» снова и снова. Ребята любят приглашать к себе творческих людей, мечтающих посниматься. Поэтому выгода от подписки на канал двойная. Можно стать небольшой звездой, приняв участие в клипе. Сейчас выскочила подсказка, можно перейти сразу на их канал и ссылка в описании. Подписывайся. Что мы там ищем? А? А ну давай еще жабкой. Майки, что там? Ищи. Что там? Ищи. Что там? Моя рука. Как же ты больно лапами. Так, наша последняя попытка. Тихо. Рокки. Всем привет. А вам, парни, пока-пока. Тихо, нос. Сейчас у нас 4:30 ночи, а я иду Григория угостить вкусняшкой. Это я Гриша его назвал, дружка нашего, которого мы только нашли. Вот мы ему уже маленько в подъезде оборудовали уголок. Но он такой парень, который любит погулять пока еще. Так, ух, снежок хорошо валит. В общем, сейчас пойдем найдем его и ляжем спатки. Что-то я прохладненько оделся. И спать-то хочется. Вышел побыстречку. А что-то Гришку я не наблюдаю. Он к нам прибегает, сидит под подъездом. Я сегодня был в шоке, когда проснулся, выхожу с собаками гулять. Он прямо под дверью сидит. Это капец был. Но он сидит у нас полчасика, прибегает, греется и просится выскочить. Страшновато ему. Малыш, первый раз мы просто с ним именно здесь познакомились. Ты тут? Гриша. Ко мне. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Его вот так вот целый день и соседи с подъезда начали его подкармливать. Такие все молодцы, прям очень приятно, радует. Я не понял. И где это он? Малыш, иди сюда. Иди сюда. Очень странно, но не нашел я Гришку. А еще меня этот хлопец вчера темнул, ну в смысле лизнул. И далее сразу прыщ выскочил.
Вот такая вот история, вот такая вечеринка. Вот так вот. Оставим дверь открытой. Думаю, к утру этот барбос вернется. Ах, набегался, все. Пора спать. Или ты тут? Малыш. Ага. Вот каких малышей слышно. Да, парни. Ой. Прыгуны. Все. Опа. Ну и вам, раз вы уже унюхали. Да? Уже унюхали. Опа.